Dank für Ihre Geduld. Sie dürfen Ihre Fragen nun stellen. Danke fürs Kommen. Danke für die Fragen. Das war's dann für heute. Привет всем! Мы начинаем нашу трансляцию с Бэй-арены. Комментирую для вас сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Сильнейший дивизион Германии в прямом эфире – это Бундеслига. Это Байер против Боруссии Дортмунд. Какие у тебя ощущения насчет сегодняшнего матча, Георгий? Вот, честно говоря, у меня ощущения очень хорошие. Команды неплохо готовые, здорово смотрятся в атаке. И я предвкушаю хорошую результативную игру. Интересно, у нас сегодня вывеска, есть пара звездных игроков, и игра должна получиться крайне увлекательной. Верно, Константин? Посмотрим, эти ребята действительно сейчас в очень хорошей форме, и задача защитников и другой команды постараться не дать им развернуться и не сыграть результативно. Я думаю, нас с вами ждет очень хороший и качественный футбол сегодня. И смотрим на состав Байера. Довольно рискованное построение выбрала команда на игру. Главное не дать противнику убежать в контратаку. Дортмундская Боруссия вышла на поле в следующем составе. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Байер начинает первый тайм. И будем надеяться, нас ждет увлекательный футбол и будут забитые голы. Кай Хаверц. Джан. Хорошо, он вперед идет. Смещается в центр, ищет возможность пробить. Делени. Хороший прессинг соперник показывает. Андрей Ермоленко. Юлиан Брандт. Мне кажется, чемпион уже очевиден. За несколько туров сократить такое отставание практически нереально. Да уж, интриги, к сожалению, не вышло. Команда на протяжении всего сезона показывала стабильный и хороший уровень. Юлиан Брандт. Блокирует он этот удар. Аут, но до штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт. Аут будет отлично в отборе сыграл сейчас. Едвай. Отличная игра в отборе. Будет вбрасывание.
Ну что это за завод мяча из аута? Мяч перехвачен. На чужой половине прессингует соперник. Пако Алькасар. Аксель Вициль. Накрывает игрок этот удар. Здорово сейчас может контратака пройти. Затянули контратаку, и соперник уже успел перегруппироваться. Здорово он в отборе действует. Из-за боковой будет вбрасывание. Надим Амири. Родриго. Хорошо разыгран. Лен Бели. Ох, не попадает он в створ ворот. Хорошая получилась сейчас атака, но подвело завершение. Совсем у него удар не получился, и мяч пошел сильно мимо ворот. Андрей Ермоленко. Делени. Аксель Вицель. И мяч на фланг отправляется. Родриго. Смотрим начало атаки. Есть штрафной адресат, и навес нужен. Из-за боковой игрок Байера ведет мяч в игру. Хорошая атака прерывается. Пако Алькасар. Андрей Ермоленко. Пако Алькасар. Томас Делейн. Герейро. Смещается в центр. Без мяча Боруссия остается. Родриго. Леон Бейли. Виктор Цыганков. Мяч на дальнюю идет. Совсем не... Отличный момент есть. И вперед он выводит свою команду. Отличный гол. Классно сыграл. Без шансов для голкипера. Он отправил мяч в сетку. Браво. Подстроился под мяч и засадил, что называется. И засадил так засадил. Теперь можно радоваться тому, как верно в считанные доли секунды было все сделано этим парнем. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Мяч в центре поля. Байер только что повел в счете. Рафаэл Герейро. Юлиан Брандт. Делени. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Эмре Джан. Кай Хавертс. Хорошо, сейчас мяч ходит у Байера. Леон Бели. Плохая игра в обороне. Преимущество у атакующей команды сейчас. Все возможности для контратаки перед ними. Соперник пытается перекрыть свободные зоны, но шанс прорваться к воротам еще есть. Как здорово он игру читает. Юлиан Брандт. Многообещающе выглядела эта контратака, но в итоге быстро все сошло на нет. Виктор Цыганков. Леон Бейли. Есть вариант развития атаки. Леон Бейли. Так играет Перин. Невероятный момент. Он тащит удар с самого близкого расстояния был сейчас. И прямо в центр штрафной мяч. Мяч достается вратарю. У нас угловой. Нам повторяют забитый мяч, который вывел команду вперед. В центр штрафной подан мяч с углового. Ох, какой мяч мог сейчас залететь в ворота, но мимо этот удар пришелся. Классная атака получилась, если бы точность не подвела в завершении. Он не попал в створ. Юлиан Брандт. Пако. Переходят они в атаку. Можно забивать здесь. И он забивает. Положение вне игры. Гол не засчитан.
Не все пока что получается у них в этом матче, хотя времени, конечно, еще предостаточно, чтобы изменить результат в свою пользу. Матч довольно-таки непросто складывается сейчас для Боруссии. Соперник смотрится посолиднее и доказал свою состоятельность счетом на табло. Но и в первом тайме есть еще время, чтобы попробовать что-то создать. Да и впереди еще второй тайм. Леон Бейли. Родриго Машадо. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Теряет Боруссия мяч. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Юлиан Брандт. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Накрыли его, и может быть очень опасно. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Две минуты добавлено к основному времени тайм. Теперь в атаке уже соперник будет. Юлиан Брандт. Какой прекрасный пример отбора мяча. Заканчивается первый тайм 1-0. Боруссия не смогла переиграть соперника в первом тайме, и второй начинается с отставанием в счете. Елене. Юлиан Брандт. Аксель Вицель. Пако. Виктор Цыганков. Кай Хаверц. Отлично сыграно. Может быть опасно. Леон Бейли. Нет, не дошел этот пас до адреса. И мяч в руках у голкипера. Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме, так ведь? Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Виктор Цыганков. Как здорово защитник сыграл сейчас. Пако Алькасар. Рафаэл Герейро. Неплохо он с мячом идет вперед. Герейро. Пако Алькасар. Юлиан Брандт. Накрывает этот удар игрок. И мяч выбит из штрафной. Виктор Цыганков. Спокойно они готовят свою атаку. А вот будет рикошет был. Замена в составе Байер. Виктор Цыганков. Леон Бейли. Пройдет тут навес. Не остановил игру арбитр, и подавать нужно. Будет штрафной удар. Подавать он отсюда будет в чужую штрафную. Подает он в штрафную. Совсем не получилось у защиты надежно сыграть здесь. И мимо цели. Елини. Сегодня мы смотрим игру Дортмундской Боруссии против Челси в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. Мы обязательно расскажем об этой встрече, и это будет очень любопытное противостояние. Шансы на победу у команд приблизительно равны, и с кондачка проскочить ни у кого не получится. Это легкий мяч, других хозяев, кроме голкипера, здесь по эпизоду не предвидится. Тащит мяч вперед он. Защитник тут хорошо поработал, выиграл аут. Не думаю, что замена вытекает из хода игры. Просто, наверное, тренер хочет попробовать разные сочетания. Марио Манджукич. Хороший вынос мяча из штрафной.
Отличный пас прошел. Отлично играет Перин. И подняли, по-моему, руки некоторые игроки атакующей команды, но рано обрадовались. Пол стадиона на ноги вскочило. Даже мы с Георгием подскочили. Оказалось, зря. Неплохо задумано, но защита не дремлет и навес не проходит. Пако Алькаса. Аксель Витцель. Рафаэл Герейру. Юлиан Брандт. Забивать тут надо. И на месте голкипер. Мяч летит в центр штрафной. Как отлично он действует и выручает свою команду. Однако мяч им не достался. Партнеры не успели к этому мячу. Виктор Цыганков. Байер с мячом на... Есть у него место для движения. Манджукич. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Ну что сказать. Голище. Очень здорово сыграно. Увидел партнера. Моментально выложил передачу. И все. Плюсуйте единичку. Такие кроссы он исполняет просто как семечки щелкает. И думаю, что это точно не последний. Вот так после навесной передачи был забит гол. Хороший гол, хороший навес, хорошее завершение, хорошее настроение. 15 минут до конца основного времени матча. Юлиан Брандт. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Наставник домашней команды готовит замену. Ждет свистка арбитра, игрок стоит на кромке поля. Леон Бейли. Марио Манджукич. Обидный промах. Мог он сейчас свою команду вывести вперед. Снова точный пас в его исполнении. Второй тайм у нас уже, а подвижек на улучшение игры мы так и не увидели. Кошмарный матч для Боруссии. Разбили их в пух и прах. Счет крупный на табло. И я сильно сомневаюсь, что они смогут свести матч к ничейному результату. Потому что было предостаточно у них времени, чтобы показать себя. Но своими шансами они не воспользовались. Карим Белорави. Ну, навешивай. Марио Манджукич. Ох, не попадает он в створ ворот. Хорошая получилась сейчас атака, но подвело завершение. Совсем у него удар не получился, и мяч пошел сильно мимо ворот. Основное время истекает через 6 минут. В поисках мяча уходит ближе к своим воротам. Смотрим начало атаки. Виктор Цыганков. Марио Манджукич. Великолепное просто спасение Перина. На коротке угловой разыграли. Это отложенный штраф. Подавать надо. Спокойно и уверенно сыграл голкипер. Делени. И еще один прекрасный пас в его исполнении. Пако Алькаса. Рафаэл Герейру. Пако Алькаса. И мяч потерян. Пако. Неплохо он с мячом идет вперед. Не доходит мяч до адресата. И матч завершен. Матч окончен. И вот такой результат. Достойна ли проигравшая команда больше? По сегодняшней игре я бы не сказал. А я тебя здесь бы поддержал. Не тот уровень, не тот настрой. Бледная игра. Очень бледная.
Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Vielen Dank für diese Aussagen.